Хотел разнообразие или желательно побольше было? Ну, можно в некоторых странах есть 30, 50, 100. Качество их работы так не меняется. Важно не сколько, а важно какого качества. Надеюсь, что у нас достойно это будет. Поздравляю тебя. Спасибо большое. С первым голосованием. Любое снижение количества депутатов Единой России мы будем расценивать как успех, но в прошлый раз Единая Россия получила 40 мандатов из 45. А если они получат хоть сколько-нибудь меньше, это будет уже хорошо, но мы надеемся, по крайней мере, что мы сможем более-менее существенно потеснить. На выбор там в городскую думу и на выбор там муниципальное собрание мы имеем право поставлять своих политических представителей, и нам это запрещают делать, и поэтому, наверное, это были похороны там, не знаю, каких-то вот эти вот видимости демократичных выборов. Ну это неправильно. Ну потому что надо допускать людей, чтобы как бы новая кровь поступала. Как бы у царей была новая кровь крестьянская. Это, конечно, такой режим. У нас, я не знаю, куда мы катимся. Ужасно.